хочется сказать слова искренней благодарности любимому каналу 16 за то, что вы передаете информацию актуальную, достоверную. И я призываю всех саровчан ежедневно смотреть ваши выпуски. Горячий привет Саровскому медицинскому колледжу и всем хороших выходных. Я желаю бабушке, чтобы она была сильной и здоровой. Баба Аня. Я передаю своей бабушке привет Ларисе, моему дедушку привет Бабаю, маме привет Наташе и папе Коле передаю привет. У меня еще есть собака, ей 2 годика, я с ней гуляю, играю, ее очень люблю. Я хочу передать привет своим друзьям Ване, Владу, Егору, еще одному Егору. Это мои лучшие друзья. И хочу передать своей маме Инессе, своему отцу Вячеславу. Всем, короче, моим близким людям хочу передать привет. Я передаю привет бабушке Лене, дедушке Вове. Здоровья желаю, чтобы они нам покупали побольше сладкого. Я хочу передать привет своей учительнице, моим одноклассникам, моему дедушке, моей бабушке, моей сестричке и маме. Я желаю всем здоровья, удачи в жизни, и чтобы у всех все было хорошо. Добрый вечер, зрители канала Саров24. Я хотел бы поделиться, наверное, радостью. Сейчас наступает теплая пора. Вот, сразу появляется желание выходить на улицу, кататься на велосипеде, выходить на спортивные площадки с друзьями, ну и вообще много времени проводить на свежем воздухе. Поэтому я призываю всех, у кого закрадывается желание его не оттягивать, его реализовывать, вот, и, в общем, вести здоровый образ жизни.